Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шара. Сегодня в выпуске. В Самарской области введен режим повышенной готовности. Ситуацию прокомментировал глава региона Дмитрий Азаров. В Самаре стартовал комплекс профилактических мер. Торговые центры подверглись специальной обработке. В Самаре начался ремонт подъездов в домах ветеранов. В городе полным ходом идет месячник по благоустройству. 3 года в Самаре, которые оставили яркий след. 85 лет назад в этот день приняли решение об установке памятника председателю губисполкома Валериану Куйбышеву. Свеча памяти, сад памяти, песня победы на стадионах. Самарская область присоединится к масштабным всероссийским акциям. В Самарской области введен режим повышенной готовности. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Дмитрий Азаров. За последние сутки еще 2 жителей области диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Кроме того, несколько дней назад в Тольятти госпитализировали 3 человек с подозрением на вирус. Пациенты сдали анализы, результат оказался положительным. Заболевшие находятся в инфекционных боксах. Их состояние удовлетворительное. Люди, которые контактировали с ними, также изолированы и наблюдаются специалистами. В больнице для борьбы с угрозой есть все необходимое. Диагностический тест системы, аппараты искусственной вентиляции легких, предусмотрены резервные госпитали. Подписано постановление, которое определяет особый режим проведения публичных мероприятий, особый режим контроля за здоровьем, особый режим деятельности наших учреждений здравоохранения. В первую очередь я хотел бы призвать вас к здравому смыслу и к бережному отношению к собственному здоровью. В первую очередь нужно позаботиться о своем здоровье. При малейшем случае недомогания обратиться к врачу. Напомню, с начала недели студентов нескольких вузов региона отправили на домашнее обучение. Школьники также с сегодняшнего дня учатся дистанционно. В регионе работает горячая линия. Задать вопросы и проконсультироваться со специалистами можно по телефонам, которые вы видите на экране. В Тольятти один из заразившихся коронавирусом работает на АвтоВАЗе, поэтому на предприятии приняты меры для того, чтобы вирус не распространялся дальше. Сейчас специалисты выявили всех, кто контактировал с заболевшим. Среди них есть и другие сотрудники автогиганта. Все они находятся в 14-дневной изоляции. Оперативно проведенный тест не подтвердил у них наличие коронавируса, сообщают представители пресс-службы. Все места общего пребывания были дезинфицированы. Пока предприятие работает по плану. Круговую оборону от вируса заняли владельцы самарских магазинов. Они делают все, чтобы поход за продуктами не закончился температурой и кашлем. В Самаре почти 4000 торговых точек. От супермаркетов до маленьких лавочек. О том, какие меры принимают их владельцы и продавцы, расскажет Сергей Кизоркин. Теперь при входе в супермаркет покупатель обязан продезинфицировать руки антисептиком. Эта услуга бесплатна. Позаботились владельцы торговых точек и о безопасности персонала. Они теперь отпускают товар в масках, а тележки, прилавки и прочие поверхности, с которыми контактирует покупатель, несколько раз в день проходят спецобработку. Помещения каждые 3 часа проветриваются. Кроме этого, в начале рабочего дня у персонала измеряют температуру тела. Если она выше нормы, его отправляют домой на карантин. Все данные заносятся в журнал здоровья. Далее интересуемся, то есть вызвал ли сотрудник врачей и какой поставлен сотруднику диагноз. За исполнением правил безопасности в магазинах следят сотрудники Минпрома и торговли, а также Роспотребнадзора. Пока нарушений не выявлено. В связи с неблагополучной ситуацией по вирусным инфекционным заболеваниям необходимо обеспечить меры по профилактике заболеваний. Работники проходят медосмотр при поступлении на работу, а также в течение рабочего дня измеряется температура тела, заносятся данные в журнал здоровья. В Самаре почти 4000 объектов торговли, все они на контроле оперативного штаба. Начиная от крупных торговых центров и гипермаркетов, заканчивая лавками малого и среднего бизнеса. Каждому бизнесмену выдана инструкция-рекомендация по профилактике вирусных заболеваний на территории его торговой точки. В области создан оперативный штаб по недопущению распространения инфекции. Мы контролируем остатки дезинфицирующих средств в торговых объектах. Смотрим действительно выполнение и соблюдение ими периодичности проведения уборок, протирки влажных уборок, проветривания помещений. За несоблюдение правил безопасности владельцу магазина и его сотрудникам грозит серьезный штраф. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.
В Самарском районе уберут несанкционированную свалку на 6-м причале. Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание. На что еще жаловались жители района, расскажет Елена Малютина. Дом на улице Алексея Толстого, 8, признан аварийным, и его планируют расселить до 2022 года. Его состоянием обеспокоены жители. Они обратились к главе города Елене Лапушкиной. Пока решается вопрос о расселении, для обеспечения безопасности глава Самары поручила районной администрации совместно с управляющей компанией укрепить аварийную лестницу и балкон. Я могу проводить ремонт, то есть поддержание сетей в рабочем состоянии. А вот лестница отремонтируется. Вот здесь самое опасное, я смотрю, лестница. За счет субсидий. В районе 6-го причала по улице Максима Горького когда-то была торговая площадка. Ее снесли, и остались горы строительного мусора. Местные жители обратились к главе города Елене Лапушкиной с просьбой посодействовать в благоустройстве территории. У меня сегодня будет прием граждан по Самарскому району. Предварительно готовясь к этому приему, я увидела вопросы, которые касались непосредственно территории. Вот перед тем, как встретиться с жителями, мне бы хотелось своими глазами посмотреть, на что же граждане жалуются. В управление организации торгов Департамента финансов администрации Самары отправлена заявка на проведение электронного аукциона. Заключат муниципальный контракт по его итогам, ориентировочно в середине марта. Вывоз свалки строительного мусора будет выполнен в течение 7 дней после заключения контракта. Здесь объем большой, плюс сейчас строительные отходы. Здесь и работа по фундаменту. Зачищаем площадку, я имею в виду вот те стены, которые не снесены. Ага. Их надо тоже будет разбирать, демонтировать и все это вывозить на свалку. Жители дома 75 по улице Чапаевская обеспокоены состоянием кровли своего дома, которая в период обильных осадков начинает протекать. Глава города Елена Лапушкина поручила управляющей компании в кратчайшие сроки решить проблему. Кроме того, в ходе выездного совещания по Самарскому району глава города обратила внимание на незаконную рекламу на фасадах зданий, павильонах и фонарях и распорядилась ее ликвидировать. Елена Малютина, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Снежный понедельник внес коррективы в расписание Самарского месячника по благоустройству. Сейчас коммунальные службы ворошат оставшийся снег и вывозят его на полигоны. Очищают от мусора, который остался после зимы, дороги и тротуары. Следят за состоянием ливневой канализации, откачивают воду. Также работники приступили к ремонту пешеходных ограждений. Продолжается аварийно-ямочный ремонт, объемы которого увеличены до 10 тысяч квадратных метров. Первый заместитель главы города Владимир Василенко на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии напомнил коммунальщикам, что уборка города должна проходить планомерно. Работаем в том режиме, как мы работали 1 апреля, сейчас будем работать 16 марта в этой части. Еще раз повторяю, никто не снимал при ситуации, в которой мы будем работать, кто-то из сидящих здесь будет в режиме, может быть, самоизоляции и тому подобное. Но это никто не говорит, чтобы готовить город и достойно встретить. И 75 лет тоже никто не отменит. Также в рамках подготовки к 75-летию Победы в домах самарских ветеранов отремонтируют подъезды. Таких адресов в городе 78. Работы в большинстве из них выполнят в конце марта, начале апреля. А вот в 7 подъездах ремонт уже сделан. Владимир Василенко призвал коммунальщиков не затягивать с выполнением этой работы, чтобы к майским праздникам подъезды ветеранов были приведены в порядок. Русский революционер, видный советский партийный и политический деятель. 85 лет назад городской совет Самары принял решение установить памятник Валериану Куйбышеву. Он был среди тех, кто устанавливал в городе советскую власть. Его имя носит улица и площадь. Более 50 лет так назывался город. Знают ли самарцы, кто стоит на самой большой площади в Европе, выяснил Андрей Горгуленко. Спокойная, уравновешенная поза, застегнутый на все пуговицы плащ и рабочие сапоги с непропорционально большой головой. Именно такой она и была у Валерьяна Владимировича Куйбышева, человека, который провозгласил в Самаре советскую власть. Фигура революционера высотой в 7 метров стоит на 5-метровой тумбе. В Самару Валерьян Куйбышев приезжал дважды и каждый раз в марте. Сначала в 1916 году, бежав из Иркутской ссылки, затем после освобождения Старуханской ссылки в 1917. И его сразу избрали председателем президиума исполкома Совета рабочих депутатов Самары. А в октябре именно он возглавил революционный комитет. Также был председателем губернского комитета партии большевиков до тех пор, пока в 19 году не уехал на гражданскую войну, оборонять Астрахань и руководить войсками в Средней Азии.
Это не памятник человеку, точнее, не столько человеку, сколько памятник мифу, идеологическому мифу. Поскольку он вовремя ушел, он стал той фигурой, которая для этого мифа оказалась очень даже удобна. И появился памятник на самой большой площади, и появился город, в котором он действительно немного, не очень много сделал, объявил советскую власть. Мог бы ее объявить кто угодно другой. Площадь, где стоит памятник, одно из центральных мест города. Здесь проходят парады победы и памяти, массовые городские праздники и концерты. Ежедневно в скверы на прогулку приходят сотни людей. Пересекая площадь, горожане бегут на работу. Но, как показал опрос, немногие самарцы точно могут сказать, чем именно прославился Валериан Куйбышев. Его именем назван город Самара в предыдущем. В его именем названа улица Куйбышева. Вот извините, пожалуйста, а кто сам Куйбышев? Я даже не смогу сказать вам. Честно говоря, не помню. Был одним из руководителей какого-то комитета на тот момент, когда произошли октябрьские события. Памятник Валериану Куйбышеву стал третьей работой скульптора Матвея Манизера в Самаре. Его авторству также принадлежат памятники Ленину на площади Революции и Чапаеву у здания драмтеатра. Стоит отметить, что скульптор был недоволен своей работой, поскольку Куйбышева установили на низкой тумбе, что делает его непропорциональным и массивным. А решение об установке этого памятника городской совет принял ровно 85 лет назад, 17 марта 1935 года. В тот же год Самару на 56 лет переименовали в Куйбышев. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре уволен начальник отделения по работе с личным составом полка ДПС по Самаре. Об этом сообщает городская прокуратура в отношении него. По факту покушения на мошенничество с использованием своего служебного положения возбуждено уголовное дело. Прокурорская проверка установила, что этот сотрудник ГИБДД был лично заинтересован в получении незаконного дохода от подчиненных лиц. Кроме того, в 2015-2016 годах подозреваемый представлял неполные и недостоверные сведения о своих доходах, имуществе, а также о доходах и имуществе супруги. Прокуратура Самары добилась увольнения этого сотрудника. Озеро в парке 50-летия октября не иссякнет. Об этом представители МАУ парки Самары в Твиттере сообщили местным жителям. Те переживали, что воды в водоеме осталось мало. Как выяснилось, переживать не стоит. Озеро начали наполнять водой. Вода поступает постепенно через трубу 100 мм уже с февраля. Напомним, в 2017-2018 годах парк капитально отремонтировали. На озере также живут утки и лебеди, а летом тут открыт прокат катамаранов и лодок. В Самаре решают, что делать с паленым алкоголем. Вопрос решали на заседании комитета по промышленности в Самарской губернской думе. Федеральное правительство предлагает уничтожать изъятый поддельный алкоголь. Однако такая обязанность не предусмотрена действующим законодательством. Парламентарии предлагают закрепить такую норму. Самарская область присоединится к масштабным всероссийским патриотическим акциям. Среди них «Свеча памяти», «Песни памяти» на стадионах, «Сад памяти» и «Диктант победы». 2020 год объявлен в России годом памяти и славы. Подробный план патриотических акций обсудили на заседании Координационного совета в региональном правительстве. Лариса Шалафаст расскажет подробнее. В год юбилея победы в Великой Отечественной войне по всей стране пройдут сотни патриотических акций. Самара присоединится к самым масштабным уже в ближайшее время. В апреле запланирован диктант победы. Также регион не останется в стороне от проектов «Свеча памяти», «Сад памяти» и «Поезд победы». Молодое поколение должно знать и помнить о всех, кто внес существенный вклад в Великую победу, как на фронте, так и в тылу, чья повседневная жизнь стала подвигом. Наша с вами задача организовать работу так, чтобы каждый молодой человек, каждый житель Самарской области знал историю событий тех лет, вклад региона в победу. В апреле на территории региона начнут работу поисковые отряды. В этом году впервые запланировано провести поисковые экспедиции в местах авиационных катастроф времен Великой Отечественной войны. Поисковики отправятся в Волжский и Сергиевский районы, а также ряд других территорий.
Сейчас мы хотим присоединить с разрешения администрации местного самоуправления и, соответственно, органов МВД, органов военного управления, также администрации Кинель-Черкасского и Богатовского района. Потому что по нашим данным, по данным мирного населения, к сожалению, есть погибшие летчики времен войны, которые до сих пор находятся не упокоены, не захоронены, и есть места, фрагменты самолетов, которые попадаются при разведывательных поисковых работах. Во всех уголках Самарской области пройдет проект «Внутри истории». Всем желающим предложат перенестись в 40-е годы с помощью современных технологий. У нас используются разные технологии интерактивные, это как и VR, это и дополненная реальность. У жителей есть возможность прочувствовать, испытать на себе все те ощущения, эмоции, побывать на заводах, провести воздушный бой, оказаться в госпитале. Особое внимание в год 75-летия Победы уделят ветеранам. Участники движения «Волонтеры Победы» сформировали мобильные бригады и готовы оказать всю необходимую помощь. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Больше 70 аварийных домов расселят в Самаре в этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом стало известно на еженедельном совещании в городской администрации. Муниципальный контракт на покупку квартир департамент градостроительства заключит в начале лета. И здесь у нас в планах до 1 июня 2020 года заключить муниципальный контракт на приобретение 62 жилых помещений для расселения муниципальных квартир из этих 73 аварийных домов и до 1 августа заключение остальных муниципальных контрактов на приобретение до 399 жилых помещений для расселения частных квартир. Также в этом году в микрорайоне Новая Самара начнется строительство двух дорог. Ввести их в эксплуатацию планируется уже в этом году. Завершится проектирование и реконструкция улицы 22-го партсъезда от Солнечной до Московского шоссе и разработка документации по планировке территории и проектирование первого этапа реконструкции улицы Дачной от Московского шоссе до Пензенской. Все работы пройдут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Более 3000 подростков смогут трудоустроиться на время летних каникул в Самаре. Такую информацию озвучили на заседании комиссии по урегулированию трудовых отношений в городской администрации. Уже готовы предоставить рабочие места крупнейшие предприятия города. О каких еще мерах поддержки говорили на заседании, расскажет Елена Малютина. Поддержат финансово. Самарские промышленники могут воспользоваться льготными ставками по кредитованию от 1 и до 5% в зависимости от вида деятельности, наличия экспортного потенциала и вида приобретаемого оборудования. При этом получить из Федерального фонда развития промышленности можно от 5 и до 750 миллионов рублей на срок до 7 лет. Деньги поступают по двум программам поддержки. С помощью наших региональных программ именно по этим двум стандартам есть возможность снижения так называемого входного ценза, когда стоимость проекта и стоимость займа, сумма займа, которая может быть предоставлена по льготным условиям, она снижается. То есть в рамках региональных программ можно получить заем от 20 миллионов. На помощь фонда не могут рассчитывать производители продуктов, напитков, табачных изделий и бизнесмены, трудящиеся в сфере полиграфии и смежных производств, а также производители нефтепродуктов и ядерного топлива. Обсудили на комиссии по урегулированию трудовых отношений и занятость подростков на летних каникулах. За счет городского бюджета планируют трудоустроить более 3000 человек. Работодатели уже готовы предоставить места. Подростки будут трудиться на заводе «Прогресс», в Зеленхозе, Поволжском колледже и в других местах. Речь на комиссии шла и о повышении квалификации и дальнейшем трудоустройстве людей предпенсионного возраста. Поддержку получат около 600 человек. Выбор специальностей большой, начиная от медиков, психологов, заканчивая юристами. Всего 30 профессий. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что реализация национальных проектов – приоритетное направление. Для администрации города исполнение, реализация национальных проектов в настоящий момент является приоритетным направлением. По итогу 2019 года за нами было закреплено 10 национальных проектов, 53 целевых показателя. Мы практически со всеми с ними успешно справились. На комиссии обсудили и внедрение электронных трудовых книжек. Закон вступил в силу 1 января. Работодатель до 30 июня обязан уведомить о новшестве каждого сотрудника и получить заявление, в котором будет указано, перейдет ли работник на электронную трудовую или останется с бумажной. Елена Малютина, Максим Гусев. События.
Музей в 116-й школе Самары – уголок, благодаря которому в учреждении не только хранят память о ветеранах, но и занимаются патриотическим воспитанием учеников. В хранилище артефактов проводят экскурсии, уроки мужества и встречи с ветеранами. В экспозиции представлено около 500 вещей военного времени. Мэри Елчан расскажет подробнее. Музей в 116-й школе работает уже 37 лет. Патриотическому воспитанию учеников уделяется особое внимание. В хранилище артефактов около 500 экспонатов, большая часть из которых – подлинные вещи ветеранов Великой Отечественной войны. Например, орден славы третьей степени Ивана Александровича Кукина, который погиб при взятии города Киев. Мы обратились к родителям, к учащимся, чтобы не остался ни один ветеран Великой Отечественной войны забыт. То есть патриотизм в нашей школе, ну, действительно должен быть показан, каков он должен быть. В школе есть поисковая группа. Ученики находят материалы о героях-панфиловцах и рассказывают о них на экскурсиях. Кроме того, они оказывают адресную помощь ветеранам, читают им стихи и поют песни. Нужно хранить память о тех, кто защитил нашу Родину. Ведь если бы мы не помнили, то всего бы этого не было. Если мы не будем помнить наше прошлое, то не будет настоящего и будущего. Уже 3 года школьники ездят на международный слет юных панфиловцев, в котором участвуют ученики со всех школ стран СНГ. Форум проходит в Саратовской области, на родине Ивана Васильевича Панфилова. Когда мы приехали на слет, мы начали представлять свой город, показывать визитные карточки. Также было очень много состязаний между разными школами, и мы даже умудрились получить 1-е место. В одном из состязаний. О героях-панфиловцах, отдавших свою жизнь во время обороны столицы, рассказывают от мала до велика. Музей 116-й школы является неоднократным победителем районных и городских конкурсов. Будем помнить о каждой ране в этом мире больших теней. Изучать на большом экране отголоски прошедших дней. Мэри Елчан, Василий Колдашов. События. «19 марта в четверг в 10 утра по всей Самарской области прозвучит сирена. Пугаться не стоит. Будет проводиться комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения жителей с включением сирен и сиренно-речевых установок. Звучание сирены означает сигнал «Внимание всем». Услышав этот сигнал, необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение». В Самаре прошли соревнования по акробатическому рок-н-роллу на Кубок главы Самарского района. За звание лучшего боролись почти 200 участников в различных возрастных категориях. За соревнованиями наблюдала наша съемочная группа. Спортивная выносливость и красота танца. Акробатический рок-н-ролл требует от спортсменов физической подготовки не меньше, чем в других атлетических видах спорта. Юные спортсмены часами оттачивают каждое движение, чтобы перед жюри продемонстрировать максимум своих способностей. Самарцы в своем мастерстве добились хороших успехов, говорит главный судья соревнований. Самара шагает большими очень шагами. Большие все молодцы. Очень хорошие болельщики, которые всегда поддерживают своих ребят. И, конечно же, организаторы тоже молодцы. Ну а конкретно подготовки, тут прогресс не стоит на месте, поэтому все стараются как могут и работают, конечно же, на своих пределах. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу на Кубок главы Самарского района проходят во второй раз. Популярность именно этого вида спорта заметно растет. В этом году участие принимают порядка 200 спортсменов в разных возрастных категориях от 3 до 18 лет. У нас в районе есть детская и юношеская спортивная школа Олимпийского резерва. И одна из дисциплин, которая там развивается, это как раз-таки спортивный рок-н-ролл. Вот. Там занимаются детки, естественно, не только из нашего района, но чтобы поддержать вот это направление и нашу школу, мы решили, что мы будем выносить это на широкую общественность. Организаторы планируют сделать турнир ежегодным. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на YouTube. Всего вам доброго и до встречи.